4 октября стартовал заявочный этап третьего сезона всероссийского конкурса «Лидеры России». Губернатор Тверской области Грудени призвал тверских управленцев проявить себя, продемонстрировать свой опыт и знания. За 10 дней подано 500 заявок. Какие этапы надо пройти, какие изменения ждут участников «Лидеров России» в этом году, расскажем прямо сейчас. «Лидеры России» – это флагманский проект «Россия – страна возможностей», наблюдательный совет которого возглавляет президент нашей страны. На конкурс приглашают современных и мотивированных на успех управленцев. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса до 27 октября этого года. Участниками могут стать управленцы в возрасте до 55 лет включительно. Критериями оценки станет уровень проявленных общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств и профессиональных компетенций в ходе выполнения заданий конкурса. Я считаю, что в Твери уникальный опыт, уникальные компетенции. У нас есть ряд успешных предприятий, которые конкурируют уже на мировом уровне сегодня. Это в том числе и в IT-сфере, в производственной сфере, поэтому обязательно надо выдвигаться. Проект направлен на выявление и поддержку перспективных руководителей. 300 суперфиналистов конкурса получат гранты в размере 1 000 000 рублей на повышение квалификации в рамках лучших программ курсов для управленцев. Победители также смогут получить консультации наставников, известных руководителей бизнеса и госуправления. На очных этапах участники смогут пообщаться с лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций. Среди нововведений третьего конкурса «Лидера России» – управленческие специализации, здравоохранение, наука, финансы и технологии. Большая работа по, так сказать, участию в этой кампании. Кроме того, мы планируем на следующий год участвовать в международных соревнованиях. И уверен, что наша область будет достойно представлена. И надеюсь, что мы займем достойное место в этих конкурсах. Напомним, что в прошлом году более 160 представителей Тверской области были допущены к заключительному блоку дистанционного отбора конкурса «Лидеры России». В 2017 году в полуфинал по ЦФО Тверской области вошли 7 представителей Верхневолжья. Надеемся, и этот год не станет исключением и принесет хорошие результаты.